4 макса на точке. Здесь фоги стоят, так что, ребята... Двух медиков снял, нормально. Вега, что у вас там по грому? А, грома есть. Ребята, грома есть, встаем. Максов берем, ребят. Сейчас мы вам покажем. Все, браво берет Максов. Я беру инжа, ребята. Да ты заколебал, успел? Блин, сокотина, а. Так, гром сломали. Чёрт. Я знаю, вижу. С танка вылез, еще взорвал. Ничего не пойму, телепортировался в гром и попал сюда, короче. Разворачивайте гром. Второй гром раз раскрыли, ребята. Максов, я беру, я в инже уже, ребята, давайте, мне нужны Максы. Я взял. Давайте. Вега, давай побольше сишки. Максов. Сишки? Понял. Собираемся или идем? Собираемся. Браво, собираемся. Все, собираемся все на громе. Быстро. Пометки отряда. Блин, я не могу метки отряда. Сейчас браво, помогите. Как раз на Макса хватает. Угу. Ой, на балконе задница какая-то творится. Я знаю. Типочек, что у вас с авиацией? Мы аж смогли обнаружить их что-нибудь? Не возьму, 200 центов. Бери инжа или медика? Мне 7 копеек. Мы выдавили Макс из точки. Секунду. Вега, получается, что ты сделал? Они на балконе теперь. А, браво, накапливаемся. Нет, если Макс стоковый, его брать или инжа? Лучше инжа возьму. Вега, мы накапливаемся, мы сейчас будем выходить уже максимум. Инжа. Ребят, вперед, ребят, сейчас с нами идете. Спасибо, ребят. Ситхи здесь. Ура. Погнали. С балкона 6 максов. Понятно. Нужны гранаты. Пошли. Браво, пошло. Кто-то впереди, все за ним. Отклонение, ребята, уклонение. Вот сюда. Куда идем-то, я не знаю. Вот, за мной, блин. А, вон. Не слоупочим. Куда вы все пошли? Ух ты, ёб. Поднимаем, у нас медиков должно быть. Поднимаем. Точка под нами, но балкон малый, я его возьму. Принял, мы заходим. Ребята, балкон, сопротивление будет, Макс, осторожно. Поднимаем своих всех. Гра пришли. Все уже не за ними. Ситхи пришли помогать. Я в курсе, но они за нас высадились. Так, Макс. Так, браво, отмена приказа. Разворачиваемся на ИСИЮ. О, лично. Ребята, за мной, за звездой. Давай, стой, ХВ, давай сзади меня. Давай быстрее. Макса, пошли. Ай, сишка, сука, пронесло. Давай. Пошел. Ра. Вандерхит, братиш, мы с тобой. За всех отдуваемся. Так, по мазкам, по дальнему мазку. Куда вы погнали? Максы, куда вы полезли? Вы мне нужны на мазках, Курбет. Макса, ё-моё. Быстрее. И удерживаем периметр СИЮ. Виталик, держись. Ребят, на щите двое. Спускайтесь по малой лестнице вниз. Окей. Реда, качаем Реда. Ред минус. Поднять Максом. Максом, медика. Так, ребята, кто-нибудь, кто здесь? Блять. Нужен медик на... Говорил же, что надо его взять. Сейчас иду. Продержитесь несколько секунд. Держимся пока. Здесь у нас Виталик пока только живой, и я. И два инжа с ним. Быстрее, ребята. Все лежачие это Максы? Вы с тыла заходят? Да, лежачие это Максы. Вандерхит, прости. Виталик, куда ты лезешь? Е-мое. ACU задефать.
Там как хорошо. Ребята, как там у вас, Вега? Все отлично, врагов почти ноль. Зато я теперь Максом приду. Хе-хе-хе, сказал Вандерхит, да? Отходите, отходите. Я не вижу, где Рэд лежит. Рэд, ты где лежишь? А Рэд уже все, амба. AC зашли, взорвались. Отлично. Так, вниз, все вниз, ребята, нам нельзя, чтобы они задефили Сьюху. Все вниз, сопротивление должно быть внизу. Макс, Виталь. Кильманда. Зачищаем. Их Максы идут. Шпроньки, турели, просто поразворачивай, чтобы Макс за ними прятался. Ведь это, Руй, зачищаем? Да, сейчас зачистим. Браво, выходим на зачистку. Вперед, вперед, вперед. Нарез, позачищаем этих уродов. Максы маленькие мои, вперед мои маленькие. Наверху, наверх, наверх, наверх. Макс, Виталь, наверх. А вообще-то коридор тоже неплохо было бы проверить. Пошли, да, Виталь. Защищен. Отлично, зачинка нужна, ребята. Все, кто инжами. Чего, остался хвад? Да. Круто, у меня ресурсов на лесогрены не осталось. Г-г-г. Ребят, мы захватили все, кроме хвага. Ее, да? Угу. Сломайся, последнюю, это... Танцу будет срочка. Ну что, парни. С хваром, с хваром не все так просто. Три гекса, впереди слог. Уходим на, уходим, Вега, Вега, типочек, уходим на хвар. Индар. Индар. Да, Индар. Окей. Впереди слог, впереди слог, ребята, давайте, понял. Давайте. Перед вратами Лукаской. Угу. Угу. Да. Значит, можно ли с Амиришем взять место, плоско горе Индара? Надо подумать телефон. Руслан, я к вам присоединюсь буквально 2 минуты. Окей, okay, проблем нет. Вега. Уходим на. Идем к хвару, короче. Сбил меня Джек Воропа. Ред, друже, возьмешь для нас гал? Альфа Гал. Бра, Вега, Вега. О, Виталик, возьмешь Гал, братиш? Не, слышу, на хвар уходим, да? Да, на хвар идем. Первая точка, с которой начнем бой, это, блин. Архив Вану, ребят. Ну, не мы там уже бывали. Типочек, скажи, чтобы наши мотыльки сели на крылья, на крылышки взяли, там, и нам нужна поддержка. Да пусть строится, мне нужна Браво Гала. Вега, свою Галу выгоняйте. Браво, Браво, Альфа, Альфа, Чарли, Чарли. Чарли, Чарли вообще все летает, блин. Так, парни, парни. Парни. Где Браво Гал? Ага, Рэмбо Дэш. Да, он стоит. Слушай, Икса, нам не легче через Алатум зайти будет к ним? Сколько гексов? Раз, два, три, четыре. Ну и пятый хвар. Раз, два, три, четыре. Сам хват, хвар. Видишь? Архив Вано, секретная лаборатория НС, гарнизон. Три гекса, четвертый хвар. Эти точки... На радиовышку Индара уже нападают наши. Ребят, давайте попробуем. Давайте попробуем. Я ничего не претендую, давайте попробуем. Альфа, Вега, грузитесь быстрее. Браво, где грузимся это? Быстрее. Понял. Где галактика Альфа? Не знаю. Вот. Олова, вот. Друже, давай. Ред куда вылетел? Он же сказал, отойдет. А, нет, это амбетбой был. А Ред где? Он вышел, ничего не сказал, видимо, вылет. Угу, наверное, видимо, вылет. Так, так, так. Олова, у тебя есть маяки? Друг. Да. Можно тебя поставлю командиром? Да, что? Спасибо. Ребята, мы Томас, походу, по чуть-чуть теряем. Ничего, быстрее, спас. Быстрее, быстрее, быстрее. Взлет, 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 взлет.
Альфа, не отстаем. Типочек пацанов наших тоже летучих, скажи, чтобы быстрее не отставали. Архифану мы должны взять в рекордные 5 минут. Блин, я боюсь низких полетов. Не ссать, это Рэмбо Дэш. Стрелять по ним? Нет. Нет. Вообще не стрелять, никак. Даже в ответ? Даже в ответ. Летим быстрее. Типочек, как там Чарли? О, ну переходит так себе. Ну нормально, я скажу, я веду. Мне нужна авиация на архивах Вану, просто вот жесть. Чё-то на радиовышке наши застопорились. Ребята, на радиовышку забейте, это не то. Идем по кратчайшему пути. Две территории ванучек. Выбиваем их оттуда. Пофиг на ревер. О, как это пофиг? Это чё, он чувак? Он нас таранить пробует. Да не таранит он, он сейчас сдохнет. Чё? Ой. О, вы видите, сколько их тут? Боже. Ой. Блин, кашляйте. Архив Вану, ребят, архив Вану. Что, не долетим? Долетим. Долетим. Должны. Ого, страшно убивать, ребят. Они тут слишком друг другом заняты. Дроп! Точку Б, ребята. Первая точку Б. Следите крыши, их тут полно до сих пор. Точку Б. Вега, берите точку... Брать, точку С надо взять нам. Наушника нарезка. Не услышал, что брать. Точку С на алот на бело. Блин, на архивах Вану. Понял, понял. Сделайте обеспечение, там громы, шмромы, все дела. Ты понял, да? Не помню, что не помешал. Да, ничего не помню. О, вот ты не помер, надеюсь. Случайно. Помер. Я все равно маяк не мог поставить. Черт. Я понял. Боба, рез грена. Мама. Ребята, смотрите, у нас на метке отряда Чарли есть гром стоит вражеский. Встаем быстро, браво. Нет времени ждать на змеиную щель, быстро. Блокпост змеиным, выгоняем грома. Нас выбили, Вега. Кто выгоняет? Что нам делать, на С прыгать? Да, на С. Ура, рез гранаты нашлись. Понял. Кстати, поздно у тебя нашлись, друг мой. Так ресурсы все кончились на той техстанции. Нифига себе. Давай, садимся. Ну, знаешь, учитывая, что я 6.4 использую против вражеских танков, они быстро живутся. Да, 100 по 100, там у тебя 74 и все. А ты делай запасики. Знаешь как? Перед уходом. Да, я знаю, когда свободно. Угу. А ну к нам. Так, хорошо, 6-й. Ну вот, собственно, Виталь, на запасниках я себе? Последние 2 лёрта. Окей, поехали. А сейчас он кончился. Привет. Парни, кто на громах? На молниях, говорю. Ну вы поняли, на харасерах. Уничтожьте по сиреневой метке эту херню под названием гром. Лады? Ой, там ангар. Объем заняли. Он даже ни разу по нам не попал. Чем мы тут вылезли? Так, я глупо сделал. А маячок можно? Да, сейчас. С крыши лезут. Угу. А, Вега, ну, поднимайтесь, точку Б занимайте. Гребаные мины. На крыше человека 4. Вега наверх, Альфа поднимите, наверх. Я снимаю. Браво, выходим наверх, поднимаемся наверх на точку Б. Макса приветствуется. У кого там Макс есть? У кого есть Макс, ребята, берем Макс. Два миротворца, один москит, через 10 секунд прибудут. Было бы здорово, было бы очень здорово. Ребята, ну, там прыгнуть.
Да и Либер над нами летит, осторожно. Да, Либер над нами давно летает. Вальтер Скотт. Обстреливают гром, надо его зачинить. А я что делаю? Я под громом, как всегда. Трансляция под громом. Нашел того, кто стрелял. Отлично, ты его убил? Ага. Так, пацаны, браво, пацаны. Ваша задача первую точку А. КВ, они нехило тут задефились. Мы с Альфой на Б. На крышу нам спрыгнули несколько. Да. Сейчас будет Си кидать. Да, Вега, да. Альфа, браво на Б. Альфа, браво на Б. Альфа, браво на Б. Это кричалка. Ребята, мне нужен Альфа, браво на Б, чтобы был деф вообще неприступный. Вега, вы идете на Б. Понял. Кому? Ядерный, ты? Да. Здесь ваншотные решаются вопросы. Идет, два тяжелых промо. Здорово. Привет. Ядерный, в Альфу перейди, пожалуйста. Привет, бухойте с нами. А, Зер, здорово. Подразделение? Во взвод? А, окей. Отлично. Вега, попробуйте взять точку А. Удерживайте точку А. Альфа уходит на точку А. Браво, удерживаем. Удерживаем точку Б. Я не рад. Парни, надо поддержать как-то нам. Сараш идет бешеный. Браво на точку А. Браво на точку А тоже. Выбить их оттуда. Скажите им, что они не правы. Так, на точке С у нас ситуэйшн. Не захавали. Отлично. Блин. Пахает в воздухе жестоко, блин. Ну все, заняли, отлично, отлично. Мехи с респа выходят. Прокачанные. Вега, Вега, у вас идет раш мехов. Мы к точке А проходим, но постепенно. Я понял, к вам с респ идут мехи, блин, Макса. Гала на добре тесно. Гребаный Макс на бы. Браво, вернуться на Б. Браво, вернуться на Б. Браво на Б. Точка обратно. Ты Макса скосил. На меня сняли тоже, блин. Они Макса подняли на Б. Стоять! Реакция тебе молниеносная. Ребята, браво, можете взять Б? Да вот я зачистил Б, там надо пехоты мало. Меня сломать. Не хватит, и нам сейчас маяк сломают. Боюсь, что нам не сломают кое-что более. Ой-ой-ой-ой-ой. Насколько я понимаю, мы сейчас своим подразделением здесь работаем вообще, да? Да. Браво на Б. Можете взять? Если все спрыгнут, браво, сейчас на маяк, то возьмем, мы так по одному не получится. Я вижу, что метка, по метке вижу, что вы работаете нормально. Типочек, скажи, скажи Чарли, чтобы обеспечили нам сопротивление. Там техника катается, берите ее нахрен, неуловимый Джо.
Около нашего грома типочек техника катается. Убейте их. К чертовой бабушке. Сделайте им харакири, что ли. Не нужны вот кто инжом на Б на развернуть турели по углам, чтобы дефи проходит. Ну и медик. Макс вышел. Контролят. Идет на А. Принял. На крышу сверху. Сзади. Сейчас подсвечу, ребят. Ну, сзади пошли. Браво, браво. Полностью соберитесь. Все соберитесь. Кроме меня, я держу гром, понимаете? Все собирайтесь, рашим через телепорт, уходите туда. По одному не бегайте. Рашим соберитесь и рашните точку Б. Что мы каких-то нубов персонажей? Ну как хотите на крыше, хотите под крышей, как угодно. Но рашните мне эту точку. Так, видите, приказ выполнен. Отлично, теперь удержите. 4 минуты, пацаны, 4 минуты. Меды есть у нас, ребят, в Браво меды. Нельзя выйти, если не заявляете. Мазолин, а нокна на Rainbow Dash, ребята, зачините всех поднимать, ребята. Вот эти трое должны работать как божественные, божить должны медиками. Ну, из крыши заминировал, и сейчас только выход срез подержать надо. Ну, по крайней мере, будет слышно, если они будут заходить оттуда. С крыши. Так, наши союзники движутся, но уже на секретную лабораторию. Мы на архивах ванну пока поковыляемся. Кто быстрее пройдет, того и тапки. Ребят, сзади зашли не с крыши, а снизу, короче, получается. Снизу только 12 часов. ЛПС. ЛПСы пришли? Ребята, походу. Держимся. А все равно где-то только хишка валяется. Не сам успел кинуть. Ого. Нормально мы держим, брат. Сплюнь. И ну, по дереву постучим. Альфе плохо. Альфе очень плохо. Ребята, да. Помогите Альфе. А тут самих не сахар. Зега, все плохо? Жестко. Помогите, ребята, зайдите им с какой-нибудь стороны и бахните ее. Бахните, браво. Там где гром, там телепорт на А, да? Да, на С. Ну, рядом туда. Вот это их на респе, они пошли. Что же? Я перезаряжаться просто не успеваю. Блин, это офигенное шоу, я под громом нахрен. Я вообще с игры выкинул. Ой-ой-ой-ой-ой, ц. Лагерь. Не могу себя реализовать как игрок полностью. Бега, верните контроль. Альфу плеем, держим Б только. Понял. Нет. Вега, можете вернуть контроль? Браво, вернитесь на Б. Попробую. Ситхи, блин. Чё с ситхами? Тоже тут тормозились. Блин, они Б зачистили, блин. Надо СА, короче, ее, пусть они там шарятся, а вот С и Б, наверное,
Грома нет. Много нет. Максов на точке. Грома нет. Ребята. Отставить. Подогнать. Нет, это бред. Так. Маячка. Альфа Браво, Альфа Браво Чарли. Полная передислокация. Полная передислокация на секретной лаборатории НС. Мы не успеваем. Давайте не поможем ситхам. Поможем ситхам. Альфа Браво Чарли. Все пометки взвода. И у меня вылет из игры. Обалдеть. Сейчас захожу. Значит, на лабораторию НС переходим? Да. На лабораторию НС, ребята, все на лабораторию НС. Надо, короче, отрезать блинки. Так кто-то без нас справляется, отлично. Нет, ребята, сейчас идея такая, мы сейчас общим потоком, вот вся вот эта 120 бьет. Человек просто попрет вперед. Да там надо удержать, как раз помочь, да, удержать. Я на месте. Дорогие друзья, у нас определенные проблемы со стримом, точнее с самой игрой, потому что она иногда выпадает и на евро, и у нас она падает. Бывает такое, даже на таких сверхмощных компах она вылетает. Это печаль. Тут я бессилен что-либо сделать, надеемся, что в ближайшее время это будет поправлено со стороны как издателя, так и разработчика. И мы возвращаемся в стрим. Парни, я уже близко. Я уже к вам практически вот добежал до вас. Ты был прав, этот опень сюда перетекает. Угу. Пока что Генри за нас. Так, верните мне командора. Вега. Джеймс Вега, верни звездочку. XV просто звезду отдай. Я и не знаю, кто. Следующий гекс будет очень кровопролитный. Ребят, маячок можно, да? Оло, маячок сделаешь? Так, ребята, громами, всем чем можно, выдвигаемся на метку. Вангард. Типочек, пусть воздух обеспечит нам подход на метку. Через маячок думаешь упасть? Виталик, что? Через маячок. Куда дальше? На метку. Не хотели. Лова, сможешь с Виталиком это сделать на невидимом, чё? На невидимом фотонке? Проехать маяк в открытом прямо на точку. Смотри, это типа C4. Ну, я могу Виталику просто дать, он там есть. А, ну можно так, окей. Так, громче грузится. Ой-о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 й
Ауч. Ё-моё! Это что-то ужасное! Давайте взорву тебя, чтобы они разошлись. Тихо, тихо, тихо. Так, ребята, грузимся. Грузимся, браво, грузимся, браво, быстро, быстро, быстро. Виталик, ты пополнение сделал, Мазолин. А ну к нам. У меня такое предложение небольшое. Я понимаю, что мы сейчас пойдем туда, но сейчас вот эти все ломанутся, щемите, линк. Вот надо быстрее точку. Так, надо просто быстро двигаться вперед. Вот и все. Ну, точку забрать и все. Настройка. Вега, вперед, вперед, вперед. На метке. Обалдеть, ребята, это надо видеть, это чума. Да, ситки так идут. Это чума, сейчас ребята. Сейчас я музыку с батлфилд поставлю. Ё-моё. Почти строим. Почти бегу. Почти, да? Нормандия. Почти успею. Но мало предположительно проблемы. Надо было сказать, не пыли пехота. Попылили мы по лагерям. Приехали.
крючок стоит. Давайте-ка перехакаем еще тогда это технику. Все фаланги им снимем к чертям. Сейчас сделаю. Там уже на хваре? Ой, на самом хвате, конечно. Нет, здесь. Здесь можно взять тогда хищников и им издали снять все фаланги и зенитки. О, первые враги появились, я их вижу. Хочешь за станцию на этих станциях отправить, чтобы тебе пушки перехватили? Да лучше сами снимут. Грома взять, окучить с этих станций из периметра. Гаи, запихать, сдавайте, все окружены. Ну да, где-то. У нас Микал оборот. И Мау. А Мау дальше еще. А что с Микалой? И Айс. Ладно, никого теряем. Значит, мы здесь одни. Ребята, да нет, у нас к нам сватается некто Дайсман, ребята, его не принимают ни под каким соусом. Что это за человек? Почему? После Алекса объясним, ребят. Давайте роботы. Воздух. Ситхи, вы охуенные! Не надо так орать. Это был еще прибыль в план. Где тут телепорт находится? О, Гала прилетела. Гала, высадка пошла, походу. Вот они. А, не. Он просто стрелял. И мы туда потеряем калы. Успели, там кто-то скрытный в план будет снять. А на респетах еще полным-полно. Там я вижу Реда. Он не в нашем складе. Он тут. А потом не выйдет. Там СХ накапливаются. Да, сейчас последние секунды будут рашить. Они тут технику подбегут. Опять будет падать. Сейчас опять падать будет. На балкон, походу. Речо. Так, маки куда-то исчезли все. Рэп! Чё ты творишь? Вообще рашить будут, дымят. Ну что тратить? Вы турели по перешагивали? СХ пустили инфильтров просто и все. Мы собираемся. Странно okay. Что-то. Браво, все на точке. Да, на точке. Какое-то время нам придется подержать точку. А ситхи идут дальше? Нет. Ситхи уже это на мало, на хваре будет. Республика гордится нами. Блин, это пока ситхи фарка так хватает. Так, браво, стоять на точке. Вега вперед. Да. Вперед. Продублируй, пожалуйста. Все, да. Браво остается на точке. Браво остается пока на точке. Гарнизон южных хваров. Пока на точке. Давайте тут все заминируем нафиг.
Так, парни, садимся. Гром. Гром подъехал, садимся. С точки выходим, садимся на гром. Или гром. Епическая сила. Олово поднимите, олово поднимите. Я. Олово лежит рядом с вами, блин. Рэмбо дэш. А, вон еще один наш валяет. Так, все сели? Сейчас, блин, труп поднимите. Всех подняли? Да. Блин, в мой... Садитесь, гром, народ, садитесь, гром. Бэтбой, садись. Бэтбой. Да. Она пофиг, ладно, поехали. Аллилуйя, мы выехали. Не сдай там чувака. Так, ребят. Тумас, Тумас и Айса. Ну что, делаем легкий выбор? Давай. Ну они забрали. ХВ. Айсу просят. Можем забрать. Ну, прочитал. Да. Леди Сол? Да. Все, на Айсу быстро. Все на Айсу. На Айсу, Альфа, Браво, Чарли, на Айсу. На Айсу, пацаны, на Айсу. Вот какой континент еще раз? Самир. Видень новый Самир. Вандерхит, лучше там не сиди. Вандерхит, отойди от тебя. Быстро. Шансов нет, даже если они вылезут толпой, то если положат. Ребята, быстро на перед дислоком идем. Вега, идем перед дислоком. На Исамире. Сказал. На Исамир? Да, на Исамир, на Исамир, перед дислоком на Айсу. Быстро, быстро, быстро. Кто галы дает? Галы не брать вообще, ребята, перед дислоком. Какие галы? А. Она еще наша, окей. Кто же на Айсу? Буду там через 5 секунд. Быстрее, ребята. 10 секунд. У нас минута. Макс Раш нужен. Могу просто как мясо Максом пойти, он хоть немного. Да, как покачать. Угодно. Давайте быстрее, быстрее, да, быстрее. Тоже, быстрее, 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 ребят. И понизу кулаком. Мы не можем отдать объект. Даже секунду. Быстро. Альфа вперед. Вперед прям по лестнице, мне понимаю. Мы добежать не успеем. Успеем по этим. По тех целям. Обидно. Быстрее. Лошары уже копируют с радарами, блин. Успел? Блять, я Максом тут. О, ну-ка, извини. Нас никто не сунул. Это жуть. Наверное, от них перезагрузка, ну, вот, вышел, 10 секунд осталось, успел лишь выбежать из этого. Точку перехакиваем. Гром уехал. Макс Антон, под именем, да, рядом с точкой. Наверху 6 метров у них работает. Маяк, можно? Точка. Точка.
следующий раз. Тирион тут. Хе-хей. Так, гром Макс минус. Гром уничтожен нас. Гром сняли. Еще один гром. Они опять. Еще раз, ребята. Выгоняем грома, все по-старому. По старой схеме поднимаем все до нормально. Рудник перехватили. Блять. Рудник? Так, ну да, да, линк единственный. Я вижу. Зерги занимают балкон, так надо. Фоги тут. Бля, меня сняли. Семён Семёныч, ну что вы, ей-богу? Так, Альфа, Браво, Чарли, передислокация, вернее, не передислокация, на рудника если перегруппировка. Сейчас мы подойдем, начнем заново. А хотя нет, вы, если вы внутри, все отлично. Браво, говорю. Альфа, ребята, удерживайте позиции наверху, внутри техностанции. Сейчас мы все вам организуем, помощь и все такое. Браво, ребята, готовим громы, готовим все эти дела. Браво, начинаем выдвигаться громами и так далее. Перехакиваем точку, но они заняли верхний балкончик. Сейчас к вам две галактики все. К вам две галактики прилететь должны были. Наши галактики две. Дух служит. Нужен ремонт, пацаны, этого самого терминала возле тех станций рядом. Он в Рустам. На рудниках нужен быть. Давай, трогай. Терминал, это, ребята, открытые же это все дело. Ребята, гром выгнал, ребята, садимся. Гром стоит. Турели работают. Да. Извини, у меня мелкочек не прокачан был. Дорф раскрывается по готовности. Пока нужно спробовать попадание в это. Мало. КВН, нужна помощь. Срочно, нас делаем. Постепенно выбиваем. Ребята, быстрее, браво. Максов берем. Ребята, я беру инжи, мне нужны максы сейчас. Много максов, пацаны. Бать, еще так лагает. Залочено. Так, их в альфу выбивает оттуда, ребята. У нас времени не хватает просто.
Ох ты, за косу давали починиться на этот. На тех самых моментах. Так, Макса Браво будет, нет? Я могу взять на ногу Макс. Давай. Хевика уберите. Мне нужны хевики. Они закрепились на балконе с Максами. Я понял. Вега, можете пройти? Или не очень? И я про тот большой. Постепенно проходим, но они дефятся нехило. Ну, ясен перец. Я понял, понял, понял. Ребята, нас не хватает здесь. Фоги вроде бы тут. Такая хорошая вещь идет на точку, давайте это поддержим, пробьем. Давайте, давайте, все Браво в атаку пошло, пошло. I'm bad boy, все Дорф, вперед, вперед, ребят. Чертовы фанатики захватили объект. Все в атаку, ребята, все в атаку. Альфа, Браво, Чарли, все, 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 все. Самолеты мне сейчас не нужны, мне нужна пехотура, блин, ребята, давайте. Ребята, балкон направо, занимаем там патроны и скидываем. И воздух расчищен. Принял. Пацаны, проходите ближе, ну вот я прошел первый за мной, сразу же вот этих вырезать, что на рыске стоят Максы, и потом уже проходить на балкон, так же само прижаться. Дениве, почините кто-нибудь. Давайте, ребята, проходите к стенке, ближней стенке, давайте. Все, тут зачистили, починились и дальше проходим. Да-да-да-да-да-да-да. Да, вижу. Я прошу ситхов, но у них там, наверное, тоже не сладко. Ребят, мы молодцы, это 100%. Да ладно, ладно, сейчас ситхи придут и вообще будем красавчики. Так, мы, они не могут пройти к нам, ребята, кучками не стоим, там нас могут вынести просто. Справа за углом уходишь с этого, стоит мазорван и висел. Ребят, я сейчас на рывке, короче, вперед продвигаюсь, вы сразу за мной. Не-не-не-не-не-не, стой около точки. Точку, ребята, нам этот балкон впился, нам нужна точка. Вега, сконцентрируйтесь на точке, нам не нужен этот балкон, нам нужна точка. Напоминаю, ребята, нам не нужен балкон. Да, я понял, мы заняли полностью объем, они не должны зайти. Отлично, просто сделайте так, чтобы они не подходили к точке. Ребята, Браво, делаем так, чтобы они не подходили к точке, повторяй. Зерги вообще красавчики здесь. Звери, монстры. Они со спины зайти пытаются одиночками. Просто гранаты ждите, если что. Угу. Боже мой. Блять, хорош. Ребята, у нас около точки народа не осталось. Вообще нас выбило оттуда. Быстрее. Здесь, здесь бригад. Здорово, бригад. Бригад, классный пацан. Так, кукла, Вега, спасибо. Макс, е-мое, подойди ближе. Макс!
Макс, ё-моё! Вот это бой финальный, да, прям? Угу. Бой, файт с боссом, короче. Сегодня в роли босса нам это помогает Фоги. Поднимите, поднимите, я сижу, блин, взорву его, да. ХВ, видишь, Гром, нет, Гром? Да, вижу. Да, вижу, Гром. Можете взорвать? Я думаю, что нет. Ребят, забейте на Гром. Сосредоточимся. Альфа, 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 альфа. Уничтожьте ICU. Уничтожьте ICU прямо сейчас. Браво, мы остаемся один на точке. Альфа идет уничтожить ICU-ху. Нам всем уходить? Да, да, Вега. Полностью, вот, полностью удар на ICU. Дарья Сагрину надо. Я уже кинул. Блядь. Да, блядь. Да, блядь. Финальный босс в одну, да? Да. Фоги, Фоги. Фоги, Фоги. Одиноки, ребята, по медике работаем, Альфа. Киньте ресогрену во второй. Давай, давай. Марк, я не зашел. У нас первый... Вега, спасибо. Нормально сейчас все будет. Нормально, пацаны. 46 секунд ждем. Сейчас будет легче, пацаны, намного легче. Да надо было в тот момент, когда вот прорвали раз, да и прорвать на балконе, дочищать это. И там подняли. Нет, нам нас сложило, нас сложило там конкретно. Поверь мне. Ребят, я ну как бы я ворвался наверх, там нормально и этот Данил, и я вдвоем сносили. Это Садар. Потом потелепортировались. Ребята, они пошли, они пошли на точку. Все, они выбили отсюда. Нас выбили отсюда. Нас выбили отсюда. Альфа, 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 давайте, после того, как взорвете, после того, как взорвете все это дело, возвращайтесь на точку. Потому что на точку, на точку. Быстро, быстро, на точку. Быстро, 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 на точку, ребята, на точку, на точку. А чё с их контроллером респа? Ай-яй-яй. Уничтожим. Около 10 максимум, ребят. То есть, получается, если они там сейчас сдохнут, то все, да? Да. Так давайте зачищать их в первую очередь, пацаны. 8 минут, 5 на 2. Внутри Грома нет? Да. А он раскрытый, что-то. Да там же нельзя разворачивать Гром самому. Твою мать. Я даже забежать не успел. Браво, браво, браво. Давайте, ребята, пушим, пушим, уроды. Ребят, гранаты световые там все, что есть, ребята. Закидывайте их гранаты. Против светошоу. Да, вот стоит. Развернуты, Виталий? Не разложен, да. А он нам не дает разложить, а им дает разложить. Что там нахер? Ребята, ситхи летят, ребят, все путем, все путем. Прям с выхода гранат. Работаем, работаем, работаем. Да источник откуда они идут, вот. Сейчас все будет нормально, ребята. Я Рэмбо Даш покосил. Все, максимум, максимум рашим. Давайте, 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 давайте. Чем больше мы их стягиваем им вниз, тем больше они галяют свои дела наверху, поэтому. Блять, максимум вообще, конечно, кончено. Поднимайте, поднимайте максимум, пацаны. С двух сторон отходите. Чините инжи, чините сразу
А то я их поднимаю, их, они падают, поднимаю. Они падают. Мне кажется, легуминист точнее бить стал. Да. Давай, все, точка перехакивается, 6 минут, и все будет окей. 3.33. Ребята, посмотрите на карте, у нас ничего не перехакивает, нет? Нет. Лишно. Там гром надо же. Все, ребята, как это, гром. Не все, надо гром. Вега, сосредоточьтесь на гром, сосредоточьтесь на громе внизу. Понял. Все остальное наше, фух. О, кустодианец. Видите? Убейте гудку, ему карта залипла. Кто увидит гудку, убейте. Он, у него карта залипла. Все хорошее, мы ничего плохого нам не сделали. Ребята, поднимите Макса. Макса, поднимаем. Идите вниз, резко. Убейте меня, завис. Гром уничтожен. Отлично, Вега, супер. Отличный, да, вот именно. Сейчас бы гром лопнул и сразу же напор упал, да? Да. Мы сначала сделали самое сложное, мы отпилили им ACU-ху. А гром это был вопрос ракет просто. Времени. Я два убить. Что, на балкончик? На балкон, да. Да. Мы еще чуть-чуть досрочку возьмем. Да, досрочку мы можем свалить. Минут 54. Максимум баллов сразу же, шуток. 20 тысяч баллов, если спрямим. Уха-ха. Уха-ха, да. А кто должен прямо на 4 минуты? О, смотрите, громы катятся. Громы катятся. Гром приехал, туда же опять. И еще один я вижу. Парни, не расслабляемся, три грома подходят. Три грома подошли, ребят. Да тут столько лучей счастья, как будто впустили. А, поносы. Лучик поноса. Четвертый гром. Блять, да вас как это ловьё в пиздос. Четвертый гром едет наверх, где-то на 12 часов за холмом встал. Сорок семь секунд. Ой. Пятый гром. Пять громов, ребята. Сломали. Знаешь, это похоже мне на одну. Грома, ребята, грома едут. Да, еще едут. Пускай едут. Инженеры, кидайте патроны, сейчас у вас будет много фарма. Прям туда же я в шоке. Их вереница есть, смотрите, справа стороны. И каратели целая куча. Нет, это первый в новом году на моей памяти алерт, который начался 2 часа назад, он начался у нас в 22, в общем, в 20.00 начался, и мы выигрывали за досрочно. Все, всех поздравляем. Хорошо. Всех поздравляем. Вот такой алерт приятный, на территории как бы так, а вот такой именно круто. Бу! И на этой оптимистической ноте сегодняшняя трансляция закончена, и чуть попозже мы вернемся в эфир. Но не в пробке.